Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел сегодня в Жлобине прямую телефонную линию и особистый прием громадян. А проча того, с уделом мясцового керавництва и специалистов, медиков, обмеркованная эпидемичная ситуация у районе. Первая тема, якую огучвае у Жлобине помощник президента – оказание допомоги одиноким и одиноко проживающим жыхарам района. Зараз у райвыканкаме створена специальная комиссия, якая до конца тыдня повинна высветлить потребы амаль тысячи человек, якія относятся до этой группы. Для доставки им продуктов, харчавання, леков и предметов первой необходимости планируется притягивать волонтеров из лику членов громадских организаций. В целом у центральной районной больницы эпидемичная ситуация оценивается как контролируемая. По одноглядам находятся около 20 человек, которые вернулись из несприяльных регионов. Под узмоцненный контроль взята ситуация в местах массового знаходжения людей. В установах эдукации, на вокзалах, буйных гандлевых кропках, предприемствах, громадском транспорте. Еще одна тема, на которую звернул увагу Юрий Шулейко, у Жлобине необходимо больше уваги уделить наведению парадку, особливо на дворовых территориях. Об необходимости активизации работ по добраупорядкованию казали так само люди, которые потелефоновали на прямую линию, те пришли на особистый прием. Серед огучаного так само просьба об снижении оплаты коммунальных послуг, содействовании у працы уладкованні, оптимизация гандлевой сетки. Была доложена ситуация сегодня по здравоохранению. Она сегодня на устах наших жителей. Я считаю, что все вопросы стандартные абсолютно, и ситуация в районе полностью контролируема.